habe ich eine Schwester. Ты на интернет с другой стороны. Оксана, супер. У меня есть сестра? Скажи, да, я Маша. Как? Подожди, понятно, куда? Маша, как? Понятно, ты куда? Eine... Eine... Шрест. Скажи так, чтобы все услышали. Wie heißt meine Schwester? Как зовут, Полюш? Оксана. Скажи. Маша. Сейчас. Schwester heißt... Оксана. Окей. Habe ich einen Bruder? Папа. Не, Bruder. Папа тоже. Только я спросила Bruder. Bruder, Полюш. Есть у Маши брат? Есть, да. Скажи, Маша hat ein Bruder. Hat einen Bruder. А подожди! Свой Bruder. Да. Скажи неправильно, скажи, Маша обманывает. Маша hat zwei Brüder. Только один брат мы его давно не видели, Полюш, а другого брата мы видим постоянно. Маша hat zwei Brüder. Скажи. Маша hat zwei Brüder. Okay, weißt du, wie einer von denen heißt? Ты знаешь, как одного из них зовут? Ты знаешь, как зовут? Как зовут? Как зовут, Полюш? Брата. Одного брата. Как зовут? Полюш? Wie heißt mein Bruder? Полина? Как зовут wie брата? Wie heißen meine Brüder? Как зовут, Полюш? Как зовут Машину брата? Полина, ты меня вообще не видишь, только пианино видишь, давай. Полюш. Интереснее смотреть на... Как зовут Машиного брата, которого ты знаешь хорошо? Как зовут? Мирослав. Скажи, все, предложение. Все. Наша хат Мирослав. Супер. Наша хат Мирослав. Маша с брудом. Вот Мирослав от Маша. Наша хат Мирослав. Супер, Полюш. Маша хата Бруда, Бруда хайст Мирослав. Скажи, Маша, понятно, Маша с Бруда хайст Мирослав. А знаешь, как другого зовут? Да. У меня еще один брат есть. Ты это знала? Знала. У меня еще один. И как его зовут? Да. Как ты думаешь, как его зовут? Как ты думаешь? Wie heißt mein zweiter Bruder? У меня же два есть, значит, одного зовут Мирослав, а другого? Ну как? Как ты думаешь? Как? Как тебе думала, как зовут моего брата? Как? Хорошо, его зовут Вадим. Вадим. Скажи. Маша с Бруда heißt Вадим. Вадим. Кут, Полина.